Всем доброе время суток. Мы нашли такой небольшой магазин, но шикарный. Я сейчас вам покажу, какие здесь светильники. Просто здесь так много всяких, что я цены не смогу даже называть. Просто покажу, какие красивые. Ну, некоторые цены буду говорить. Орхидеи светящиеся. 1676. Розы. Хризантемы. Вот такое дерево светящееся. Вот такие оригинальные светильники. Смотрите, в виде самолета. Таких модных. На любой вкус. Такие на большие помещения. А парусник еще здесь вчера был. А, парусник. Классика. С орлами. Вот такие красивые. Бра. Есть отдельно вот такие абажуры. Не надо и натягивать самому. Недорого. Вот такие же. Под любой стиль. Хочешь лофт, хочешь классика. Хочешь готика. Вот такие со свечами. Очень много красивых. Царство. Для детей очень много интересных вариантов. Так, что тут? А, вот. Вот смотрите, для детей. Тоже. Просто супер. Здесь все есть на любой вкус. Даже если устровентилятор с хрустальными плафонами, но мы уже передумали. Хотим что-нибудь другое. В классическом стиле. Очень красиво, смотрите. Вот какая красота. И недорого. И цены-то. Вот эта люстра. Ну вот это 4000. Вот симпатичная люстра 2300. Смотрите, какая есть еще Apple. 4400. Ретро. Вот, пожалуйста, стиль лофт. Лампы. Вот есть одинарный. А вон, смотрите, какая. Вот, смотрите, плафоны в каком ажуре. Это же чудо чудное. Красиво как. А? Ну, видите, в виде лампы, люстра. Красиво. Ну, можешь покупать или нам можно. Сделано это не очень. 1600. Да, это очень скромненько. Да, в общем, просто. Очень красиво, конечно. Бра всевозможные. В виде гнезда вон. Фонарики. А вот красота тоже бра. Их кто в морском стиле оформляет. В общем, смотреть, не пересмотреть. Вот есть три белых яблока.
Что, цена какая? 4400. Очень интересно, современно. Много красивых вещей, конечно. Торшерчики интересные. 4700. Мне нравится, когда торшер функционирует. То есть, вот смотрите, газетница, столик. 5000. Очень симпатично. Это не напоминает, как у родителей было в 60-е годы. 60-е, 70-е годы ретро. Да, красиво. Даже не знаем, что. Или проще, или вычурнее. Вот симпатичная. А вон, смотри, с висюльками. Ну, висюльки можно убрать. Тоже не дура, 3980. Нам на три рожка надо. Вот симпатичненько, вниз смотрит. Висюльки убрать. Вот трехрожковая. Нет, тут надо еще... А вон, смотри, какая помпезная, да? Вот она. С пультом называется. Нет, нет. Вот какая. Ой, да тут каждую снимай. Свет. Очень много. Так, и вот немножко торшерчиков. Вот, симпатичный, да? Торшер. Как лилии. Или каллы. Вот они нам тут продали. Нигде мы не могли найти вот такую стеклянную чашу для Сашиного торшера. Они нам продали. Да, у нас была пластиковая вот такая, она прогорела. А они нам продали стеклянную. Да, вот такую продали. Пластик, а вот там вот стекло. О, лупа, торшер. Это чтобы читать, вышивать. 7300. С подсветкой лупа. А вот маленький. Маленькая лилия такая. И вот есть такие, тоже модерновые. 2300. Три цвета. Так, ну вот, немножко показала. Очень вот красиво, но... Очень плафончиков много. В одно время нам пришлось купить прям специально люстру ради одного плафона. А сейчас вон их сколько много всяких-всяких. Конечно, при таком выборе. Вот как смотрится хорошо. Вот тоже торшерчик. 5 лили, 2900 всего. И вот, а вот вообще 2000 торшер. На черные ножки такие. Три цветочка. Здорово. Здорово, очень много, да, красиво. А вот, смотрите, это торшер. Это не люстра, как будто люстра перевернутая, да? 9640. Сейчас покажу один торшер прикольный. 8982. Смотрите. Даже не знаю, к какому стилю его отнести. Вот такие с висюльками всякие-всякие. А вот какой интересный. Сейчас покажу. Немножко блики, но... Вот. 4510. Смотрите, какой светящаяся башня будет стоять. Вот какие божьи коровочки. С розами красивые. Не видно ее здесь, красоту. Прощаемся. Ладно, хорошо, удачи.